Говорят, чтобы влюбиться, достаточно 3 секунд или даже меньше. Если это новый Volkswagen Beetle, встречайте жука живьем в Волгограде. Главная интрига осени очень скоро раскроется. Сам Volkswagen Жук привлекает своей неповторимостью и единством своим в своем классе вообще автомобилей и автомобилестроения в целом. Подобного автомобиля пока еще не встречалось, и Жук это отличное подчеркивание своей индивидуальности и внешности. Если вы хотите, чтобы на вас обращали внимание на дороге, это Жук. Честно говоря, не автомобили. Очень хотелось бы иметь такой. Естественно, в хорошем настроении пришли. Хорошая машина, отличная история этого автомобиля. На мой взгляд, этот Жук, он более всего передает атмосферу того старого, самого первого Жука, в отличие от предыдущих двух реинкарнаций. И это интересно. Тем более, что я здесь не просто так. Эта машина попадет ко мне в руки на съемку, и мне очень интересно с ней познакомиться. Когда увидела, мне понравился сразу. У меня даже просто не возникло никаких других решений, чтобы брать какую-то другую машину. Я безумно, вы просто не представляете, даже не выразить словами, как я довольна, честно. Oh,
Ну что, долгожданная премьера состоялась. Теперь я с уверенностью могу сказать, что за рулем такого автомобиля вы точно будете выглядеть звездой на автодорогах Волгограда. Также вы можете пройти тест-драйв у официального дилера Volkswagen Волгораз на Мамаевом кургане. Не упустите возможность прикоснуться к легенде.